Доброго времени суток, кораны! Хочу порекомендовать вам сайт grizzle.ru. Новое имя на рынке игровой валюты. Наборы поставщиков Black Desert и других ММО. Все контакты для связи в описании видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами Юга, и это 9-й выпуск шпаргалок. Да, давненько их не было, но, как говорится, нужда зовет. А нужда зовет она вот в следующем контексте. Хотелось бы сегодня поговорить с вами про спецумения ваших питомцев. Как показала моя практика именно на стримах, да и вообще, в принципе, очень многие не знают, как ими правильно пользоваться и даже как активировать. Ну, удивительно, но факт. Ну и поэтому такой небольшой гайдик, поэтому запишу. Говорить я буду немного, а показывать буду побольше. В принципе, краткость, информативность и результат. Ну что, поехали. Для начала, что нужно знать и вообще, как понимать спецумения своих питомцев. Если открыть меню, то в каждом будет спецумение написано как провокация монстров или же, допустим, поиск воды. И что они значат? Здесь, в принципе, как бы в подсказках, которые написаны питомцев, я не нашел детального рассмотрения, кроме как вот обзора по доп скиллам, когда ты уже непосредственно скрещиваешь своих питомцев. И давайте сейчас я вам попробую объяснить, что оно из себя представляет. Начну. Вот давайте, у меня есть хаски с поиском воды. Это по факту не является на самом деле поиском воды. Поиск воды представляет собой поиск место для сбора, в зависимости, какой у вас инструмент одет. Вот на данный момент у меня одета кирка. Соответственно, собака должна искать месторождение какого-либо ресурса, связанное с добычей, и чтобы я киркой смог его найти. Как видите, собака побежала, нашла, подхожу, рубаю киркой, все, соответственно, ресурс мой. Одеваете топор, будут подсвечиваться деревья. Ну и, в принципе, логическая цепочка на этом продолжается. Вот, собственно, и все. Что касаемо следующих. У меня есть также на котах такой скилл, как пояс врагов. Что он себя представляет? Как вы видели, в шопе написано, что якобы собаки ищут врагов, но это у них по дефолту на первом левеле. В принципе, поиск врагов представляет что? Обнаружение ПКшников и обнаружение варов гильдий. В радиусе, по-моему, до 50 метров у вас начинает код показывать стрелкой. Сейчас я не могу, ни варов, ни ПК поблизости, к сожалению, нет. Я знаю, как это уже, в принципе, работает. И код ваш начинает показывать стрелкой в ту сторону, откуда должен прийти ваш враг. Вот, собственно, в принципе, очень полезный скилл, с учетом того, что если у вас варов очень много или вы боитесь слиться от ПКшника, это он вас вовремя предупредит. Далее. Из самых полезных и самых топовых скиллов, что спецумений котов, собак и вообще всех питомцев, я считаю, провокация. Провокация вот у меня прокнула на двух, причем вот один из топовых котов, у меня прокнула провокация монстров. Что это такое? Приключение провокации монстров. К вашему паку, когда вы будете фармить, будет всегда добавляться плюс 2. Сейчас у меня провокация включена. Вот примерно выглядит она так. Давайте подойдем к мобу. Не будем его бить и посмотрим, как отреагирует на это код. Как видите, код нашел, пенента и загрел его первым. Давайте подойдем поближе. Давай, код. А, он уже привел уже следующий корень энта. Я никого не бью. Сейчас мы тут всех в радиусе таком, что... Вот, видите, амурейки у меня... А, собственно, собачка нашла у меня ресурс, а код... Сейчас будет стараться агрить кого-то. Видите, он побежал уже к следующему мобу и заагрил его. По сути, фишка такая, что когда вы собираете пачку мобов, всегда будет плюс 1 или плюс 2, в зависимости, сколько у вас прокнуло. Сколько у вас прокнуло на спецумение на ваших питомцев. Это полезно, это важно, это очень полезно, самое главное, при фарме. Об этом не забывать.
Теперь, что самое главное, и как получается то, что ник почти, ну, как оказалось, никто не знает, и реально для меня это оказалось шоком. Почему не знают, как активировать эти спецумения? Так, так, код хорош, у меня агрить мобов, то я уже ушел, видите, он продолжает агрить. Как их включить? Включаются они всегда, когда... То есть они, в принципе, не работают постоянно. Их нужно каждый раз включать. Перезаходите вы на чара или перезаходите вы в игру. Всегда, каждый раз включаете. Для этого нажимаете ПКМ на список ваших питомцев. Они у вас здесь все появляются. Выбираете нужного питомца и нажимаете специальность. То есть все, вы включили спецкоманду. Так же, как и на других котах. Если вы их убирали, они отключаются. Спец, все, теперь, в принципе, все ваши специальности активированы. Все. То есть, если вам они не нужны, также вы их убираете. Они не будут вам агрить дополнительно или не будут искать ресурсы подсвечиваться. То есть, это делать обязательно. Без этого, как показала практика, они просто-напросто не работают. Вот, собственно, и вся информация по этому вопросу. Надеюсь, это видео было вам полезным. Не знаю, кто-то знал, кто-то не знал, но в любом случае, как говорится, бремя с своих плеч я снял этим видео и, надеюсь, кому-то все-таки помог. Если вам эта информация была полезна, обязательно поделитесь с братюнями и сестрюнями, чтобы они узнали об этом. Поставьте большой палец вверх вот под видео и не забывайте, что вся самая интересная информация и самые интересные вещи происходят у меня на стримах. Так что обязательно подписывайтесь на Twitch Good Game канал. До встречи в эфирах и всего вам доброго. Пока-пока.